Перед твоей интуицией, Валер, я всегда пасовал. Сам пришел. Ну, надеюсь, ты понимаешь, что ты взят в заложники, а? О чем разговор? Давай. Мы потребуем от государства призвать к ответу экстремистов. Кто? Да, тебя вот. Он. Я. Будет поить кофе. Да. Пока ты не поддержишь все наши требования. Будут вопросы, господин прокурор. Я скромный молодой следователь, господин тележурналист. Заваривай кофе.